Аллилуйя! Дух Святой, я молюсь, чтобы ты сейчас прикоснулся к людям. Макаталара боко секете, махала боко секетея. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, прикоснись к людям. Шакаталара боко секете, махоко босея. Я молюсь о твоей силе, Дух Святой. Дух Святой, я молюсь о твоей силе. Иисус Христос спас тебя от ада. Ты сегодня можешь умереть. Обратись к Иисусу Христу. Твоя жизнь тебе не принадлежит. Ты не хозяин. Ты не хозяин своей жизни. Ты можешь умереть в любую минуту. И пойдешь в ад. Если не обратишься к Иисусу Христу. Иисус Христос освободил тебя от ада. Иисус Христос освободил тебя от ада. Иисус Христос умирал за тебя на Голгофском кресте. Иисус Христос был предан. Иисус Христос понес болезни, немощи, чтобы ты не шел в ад. Остановись, стоп! Макаталара боко секете махалабосо. Дорогой Господь, прикоснись к людям. Для чего ты живешь? Какой смысл твоей жизни? В чем ты ищешь радость? В блуде, в наркотиках, в деньгах, в карьере? Это все ложь, кламство, это обман дьявола, жизнь настоящая в Иисусе Христе. Иисус Христос, великий Бог, Магомед и Кришна не доведет тебя в рай. Никакая иконка и крестик не доведет тебя в рай. Иконка и крестик, и кощел не доведет тебя в рай. И церковь. Тебя в рай проведет Иисус Христос. Иисус Христос на кресте Голгофы умирал за тебя. Остановись. Иисус Христос на кресте Голгофы пострадал за твои грехи. Не иди в ад. Ад реален. Ад реален. Прими Иисуса Христа! Поклонись Иисусу Христу! Начни читать Библию! Встань на колени и скажи: Иисус Христос, я хочу тебя познать! Скажи: Иисус Христос, я хочу тебя познать! Я устал так жить! Ни наркотики, ни блуд! Никакие деньги не дадут тебе радость! Никакой любовник! Потому что любовники – это от дьявола, которые ведут тебя в ад, к женским болезням, к ракам и к опухолям. И твои дети отвечают за твои грехи. Блуд – это грех. Сожительство – это грех. Начни читать Библию. Обратись к Иисусу Христу. Не иди в ад. Аллилуйя! Иисус Христос – ответ! Иисус Христос дает радость бесплатно! Ад реален! Остановись, не иди в ад! Найди время для чтения Библии, для молитвы! Пусть это слово прикоснется к твоему сердцу! Макаталара боко секетея! Шакаталара боко секетека махалла босея! Иисуса Христа били за тебя. Иисус Христос за тебя пострадал. Иисус Христос ждет тебя. Хватит грешить, остановись. Идешь в ад. Остановись, идешь в ад. Иисус Христос ждет тебя. Иисус Христос воскрес. Иисус Христос живой Бог. Иисус Христос чемпион. Иисус Христос – единственная дверь на небеса!
Иисус Христос – единственная дверь на небеса! Аллилуйя! Я благословляю ваши дома! Я благословляю ваши семьи! Я молю, чтобы Господь прикоснулся к вам! Чтобы это слово, оно прикоснулось к вашему сердцу! Иисус Христос – чемпион! Иисус Христос – король! И Иисус Христос – живой Бог! Он воскрес, Он тебя любит! Если ты ищешь отцовство, и у тебя никогда не было отца, Бог твой отец! Бог всегда тебя поймет! Бог всегда тебя выслушает! Бог всегда рядом, Он ждет тебя! Иисус Христос тебя ждет! Иисус Христос тебя ждет! Иисус Христос ждет тебя! Иисус Христос тебя ждет! Иисус Христос тебя любит! Он за тебя отдал свою жизнь! Иисус Христос отдал свою жизнь за тебя! Начни читать Библию! Новый Завет, Старый Завет! Скажи: Господь Иисус, я хочу тебя познать! Господь Иисус, я хочу тебя познать! Господь Иисус Христос, я хочу тебя познать! Если ты великий Бог, откройся мне. Аминь.